Ну что, мы сегодня в верховьях Маны. Планируем протестировать мою новую лодку. Это длиной 520 ПВХ лодка с мотором Yamaha 85, с водометной насадкой Isojet российского производства. Лодочка, значит, я ее называю вездеход, такое имя ей дал. Лодочка очень проходимая, готова пойти вот в такие вот пороги и более. Но это для таких профессионалов, как Денис, эти пороги не сильно сложные, но меня потренировать мы приехали именно сюда, потому что средняя сложность как раз то, что нужно. Сам он в профессиональной одежде. Вот, я так, значит, по рыболовному чуть-чуть, но в шлеме. Спасательный конец тоже с нами. Сейчас еще все вещи зафиксируем, закрепим и погнали. Так, ну что, наша любимая локация для водометной школы. Манский порог. Отличная погода, кончился дождь. Мы сегодня тренируемся, катаемся. Вот такая у нас сегодня школа. Все, прошли Манский порог с первого раза. Гоша, мы прошли. Красавчик, молодец. Водометная школа. Сразу в самую жесть. Манский порог. Первая ступень. Родина. Первый выезд. У Гочи, конечно, был водометный опыт. На катере. Мы мчим домой. Откатали хорошо. Меня потренировали.